Друзья, всем привет, я Алексей. Катя. Меня зовут Баястан. Откуда? Я из Киргизии. Расскажи свою историю, пожалуйста. Я вот, получается, прилетел в Москву на заработки, как бы, и как бы увидел этот колледж, накопил денег, чтобы меня заинтересовало там в Америке, США, все такое. И как бы я стремился к этому очень долго. И я вот, у меня все получилось. Вот, учился 2 месяца. Всем спасибо большое, вот, Алексею, Кате. Очень здорово, всем советую. Друзья, всем пока-пока.